Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать о курсе «Испростить, проявить» нашей новой программе, которую будем вести я, Наталья Зайцева, Андрей Ахримук и Евгений Волков. Будем работать втроем, потому что программа одновременно и сложная, и простая. Я бы даже не назвала ее конкретно программой подготовки к инфодайвингу, но без нее двигаться в инфодайвинге дальше невозможно, потому что будут искажения информационные. То есть галлюцинацию по визуальному, там, аудиальному, тактильному каналу человек может схватить и что-то протранслировать как глубинные знания, но не будет объективности в данной информации, если вот эти пласты у человека у самого не проработаны. Да? Поэтому мы всегда рекомендуем такие программы брать на вооружение и потом технически сделать привычкой. Привычкой, которая позволит вам ежемоментно, ежесекундно, когда у вас внутри возник какой-то резонанс, раздражение, еще что-то, просто брать и отрабатывать. Когда вас не устраивает что-то в жизни, начинается развитие какой-то истории, которую вы не хотите, просто брать и отрабатывать. И тогда вы осознанно ту историю, которая вам не нравится, заменяете на ту, что вам нравится. Но для того, чтобы это случилось, человека вообще надо вывести из плена кармы. Вот по сути дела этим мы и будем заниматься на этом курсе. Мы будем учить человека работать и распознавать, и определять, и понимать, как все-таки это все работает. Все, что касается родовых программ, мы сможем их упомянуть вскользь, чуть-чуть, отработаем мы их чуть позже на следующей программе. И кармических программ. Этот пласт значительно шире, объемнее. И дело в том, что у него есть определенная сложность в работе. С одной стороны, можно обрезать, казалось бы, карму, и все прекрасно, но есть истории, которые уже есть в развороте в данной текущей жизни. Они есть уже в сценариях, в готовых сценариях. И вот с этим уже приходится работать отдельно. Как работать, какие техники применять, как погружаться, как фиксировать свое сознание, как отжимать целые инкарнационные периоды и так далее, как работать с ресурсами. Это все будет на этом курсе. Он, с одной стороны, частично психологический, где-то он пересекается с другими нашими программами, потому что мы же идем в мир психики, и, соответственно, где-то с психическим курсом он будет пересекаться. Мы идем в регресс, значит, где-то он будет с техническим нашим курсом пересекаться. Мы же идем в осознание, значит, где-то с курсом по осознаваниям он будет пересекаться. Но при этом это цельная программа, которая позволяет отработать определенный информационный пласт в нашем подсознании. И этот пласт связан с эпигенетическими метками. Да? То есть это достаточно глубинная проработка будет. И в то же самое время это еще и хорошая техническая база. Работать мы будем втроем, потому что техники будут разноплановые. Кто-то будет следить за состоянием, кто-то будет вести, корректировать и помогать, кто-то будет действительно давать техническую базу. Поэтому мы как тренера будем между собой переключаться с одного на другого. Те, кто с нами уже проходил занятия, знают, что когда мы работаем в тройке, обычно курсы получаются достаточно такие интенсивные и интересные. Но самое главное – результаты. Дело в том, что когда мы работаем с кармическими программами, выделяется очень много ресурса. Это все энергия, которую мы можем материализовать, проявить и направить на свое проявление, на свою текущую игру и закрыть какие-то свои потребности для начала, а потом пустить все-таки в проявление, в реализацию. И осознанно разобраться с самим собой. Так все-таки, чем же я хочу заниматься? Как же я хочу проявляться? Чего же я хочу от жизни? И это вторая половина данного курса. То есть он будет состоять из двух частей. Первая часть – это будет кармические истории и простить. Да? А вторая часть – это будет проявить. На этом же курсе нам, каждому человеку, придется разобраться с собой, да где же мы все-таки врем сами себе. Это большой кусок будет по проработке состояний. Когда мы идем, например, в тот же самый бизнес или в какую-то реализацию из зависти, или из-за денег, из жадности,
когда мы идем не по зову сердца, да? Ведь мы очень часто себя обманываем и потом считаем, что нас подставили, обманули. Мы же не просто так разоряемся потом, не просто так терпим крах или неудачу. Точно так же и в отношениях. Ничего не бывает просто так. Вот научиться видеть эту подложку, когда мы врем сами себе, и в том же моменте менять и тут же направлять это все на другое проявление, это все будет вторая часть нашего курса, которая поможет нам разобраться с собой, искренним и настоящим. То есть одно дело истории, одно дело прошлое, другое дело жизнь текущая, какой я есть, как я проявляюсь, с какими программами я играю и какие инстинкты во мне срабатывают. Курс достаточно плотный и сложный, и в то же самое время я бы его рекомендовала всем начинающим и всем тем, кто калибрует уже информацию на результат. Да, то есть двойная группа. У кого-то будет все-таки отработка больше для того, чтобы улучшить свои результаты, а для кого-то это вообще приход к себе настоящему и начало пути к себе, да, к тому, чтобы наладить свою жизнь. И, возможно, этим людям вообще не нужен будет никогда этот инфодайвинг. Они действительно разберутся с собой, выстроят отношения, там разберутся со своими болезнями. И на этом им большое спасибо, что они к нам приходили, и мы пожелаем им счастливого пути. И тот, и другой вариант вот на данном курсе взаимно будут присутствовать гармонично и помогать друг другу в работе, потому что реально вот этот курс – это основа продвижения к себе, основа получения возможности добывать, доставать, получать из себя информацию. Потому что все, что касается инфодайвинга, мы погружаемся в себя и берем информацию из себя. И будет эта информация фантазией или эта информация будет объективной, да, зависит от того, насколько чисты мы, насколько честны мы сами с собой, насколько мы искренни и насколько мы сонастроены сами с собой, со своей душой, с Богом. Насколько мы открыли в себе Бога. Да? То есть это все об одном. Это погружение в свой внутренний мир, мир чувств, мир своего программного обеспечения, мир там, где формируется первичное отражение того, что мы потом видим в проявленном мире. Итак, кому интересно это путешествие в себя, я приглашаю к нам на курс. Он стартует буквально через пару дней, будет проходить по вечерам в режиме онлайн и останется в дальнейшем записи. Приглашаем, друзья!